Такой умный, что мозги наружу лезут, аж вы посмотрите. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы продолжаем глубоко-глубоко спать в замечательных снах нашего толстого пьяного бородача, которые просто, вы знаете, выдрачивают все мои мозги досуха, судя по прошлому опыту, да, в частности. Вот этот вот конкретно левел заставил меня очень сильно страдать. Я еще никогда так долго не раздуплялся ни с одним уровнем в этой игре. Сейчас мы переходим вот к этой непонятной вырванной у кого-то почке, которая лежит на стуле. Не знаю почему, не знаю что это, давайте смотреть. Следующий уровень, Suicide Guy, понеслась. Покончим с собой веселым методом каким-то, наверное. Год 2000-й. Возраст 0. Тамагочи! О, это Тамагочи, да, я знаю. Когда я был мелкий, были такие игрушки у некоторых детей. Так, и что делать? Вроде ничего особо не делать, да? То есть, ну вот яйцо, да. Надо его, наверное, как-то это... Вау. Обратно в год 2000. Back... Be the first human to travel back in time in your dreams. Будь первым человеком, который путешествует во времени в своих снах. Вот это я молодец. Вот это я, конечно, молодец, да, это я круто. Playground, игровая площадка. Вау, ой, здорово, так, сейчас покатаемся на горочке, давай, оп. Давай, жиробас, покатайся на горочке. Опа, какая прелесть. Что-то все такое маленькое какое-то. Все нам не подходит. Что это вы мне насрали тут такого? Зачем это? Зачем это? Ой. С ребенком типа фотография. Мое яичко, да? Ну, не это в смысле, а... Ну, вы поняли. Так, ладно, короче, давайте посмотрим внимательно на окружающий мир. Это что, Саус Парк, что ли? Там вроде такая же гора видна. Обычно. Если я ничего не путаю. Ну, ладно, красиво, конечно. Вот еще какая-то капелька, смотрите, чего-то. Капелька чего-то, блин. Что это? Зачем? А, надо, да, надо вот так вот, наверное. Поставить сейчас? Да поставь ты, господи, что ж ты делаешь? Ну-ка, наполните ко мне, пожалуйста, вот этого, вот этим вот говном все. Что дальше? Кого-то кормить надо этим, да? Каким-то образом. Ну-ка. А-а-а, во как, я должен тут заморозиться. Нифига себе, слушай. 350 лет проспал. Возраст 350. О, смотрите. Пожрал мой малыш. Зелёнький, как твои дела? Это, слушайте, есть такая игра, я знаю, Slime Rancher. Это слаймик получается маленький, да? Слышь ты, сопелька улыбающаяся. Это ты насрал? Ах ты маленький говнюк. А убирать кто будет, я не понял. Что, тебя еще кормить, что ли, или что? Что теперь ему надо? Так, смотрите. А это мы можем вернуться в самое начало, да? Если у нас что-то, наверное, пойдет не так или типа того. Или как? Уровень, да, 350. Пожрать, повеселить, убрать говно. Судя по всему, нужно. Вот так вот, да? О, убрали, хорошо. Так, о, смотрите. Короче, нужно его хорошенько нужно накормить. И нужно убрать все говно, которое он тут насрал, этот мелкий пидорас. Прям вот все убрать. Называется, вспомни игру Mother Simulator, да? Так, ну что это такое-то в конце концов? Ты говно убирать будешь? Ты слышишь? У тебя не убирается, у тебя говно не убирается, чувак. Наверное, надо сполоснуть эту швабру, да? Давайте попробуем. Ну-ка. О, точно, я оказался прав. Сполоснули. Давай, вот еще убрали немножко, еще немножко за... Вот же, блин, просто сирун вонючий, а? Ты посмотри. Так, что ж ты будешь делать, а? Я просто, это невозможно. Это ж уже ни в какие ворота не лезь. Все засрал. Причем говно какое-то странное такое оно. Это не говно, да, то издалека показалось что. Похоже. Так, все, смотрите. Теперь его надо как-то развеселить. А как его развеселить? Мне вот интересно. Мне вот предлагают, видите, он должен быть счастлив. Также надо ему дать еще пожрать. Давайте дадим еще пожрать. Не знаю, в принципе. Мне не жалко, просто он же опять срать начнет, наверное. Если мы ему еще дадим. А где миска? А миска-то где? А что ему надо? Ему надо принести игрушку? Соску? Как-то... Или его надо... Его, может быть, надо сюда. Не, его вначале надо все-таки, ребята, накормить, я думаю. Ну, блин, но это не дело. Это не дело, потому что я просрал где-то миску. Где ее дел? Я не понимаю. А, ну, конечно, господи. Тут же, где она и была, туда и дел. Подожди, мелкий хрен ты мой зеленый. Так, сейчас разберемся с тобой.
Смотрите, кладем, ставим ее сюда. Давай. Опа! Насирай мне как следует просто этого дерьма. Так, все, отлично. Что-то какую-то срань жрет вообще непонятную совершенно. Эй, слышишь? Ты. Приятного аппетита. Так, еще пожрал. Отлично. Сейчас, сейчас еще дадим. Сейчас еще дадим моему маленькому покушать. Давай. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Так. Ты моя шляткая, давай. Вот так, все, отлично. Все, теперь это говно насытилось как следует. И мы можем, наверное, что посмотреть, да? О, увеселение пошли. Ну так это он уже сам, наверное, должен. Я-то что могу? Или мне его как-то надо покатать? Ты что хочешь? Чем, как развлекаться будем? Чувак, слушайте. Блин, один уровень круче другого, реально. Я прям тащусь от этого. Так, оп, оп. Ну что ж ты? Это работает, нет? Ему весело от этого? Не, подождите, наверное, не так. Надо, наверное, вот. Слышь, туда иди. Иди сюда. Смотри, что дядя неприличное делает с качелей. Вот чтобы этого не было, иди сядь на ту сторону. Я тебя тогда так же. Точно. Ужас. Ладно. Не, он смотрит определенно вот на книги. Он книги хочет или что он хочет? Чё тебе надо, блин? Я офигею просто. Как понять, что ему надо? Тут, я так понимаю, ничего не увеличилось, да? От того, что я там подергал, потеребил все это говно. Да, он по-прежнему такой же веселый. Точнее, такой же невеселый. Очень грустный, если откровенно. Подушки, смотрите. Ну что ж с тобой делать-то? Смотрите, я даже ничего не могу... Может, вот кубики ему? Давай ему кубики вот отшвырнем. Зашвырни ему кубик. Я не могу подобрать кубик, но соску на. Соси, соси, мелкий пидор. Да что ж ты будешь делать, а? Чё-то я не понимаю ни хрена. Можно попробовать вернуться обратно в 2000 год, например. Лопаточка. Ничего не подбирается, ребята, абсолютно. Ничем нельзя взаимодействовать. Но он что-то встал вот именно сюда. Что-то он тут хочет. Может, он хочет, чтобы я запрыгнул. Поднял ему что-то, опустил, принес. А, слушайте, а давайте-ка еще, наверное, отзаморозимся немного. Попробуем еще отзаморозиться. Вообще, моя задача, наверное, в том, чтобы он вырос и меня грохнул, да? Так, о, смотрите, да. 2000. Охренеть просто. Вот это жесть. 2600. Бедняга. Он сдох, походу. А это... И чё? А чё я тогда? Time Machine Chamber. Ух, твою мать! Вот это Fallout пошел какой-то. Или даже не знаю, с чем сравнить. Была такая игра, я когда-то играл давно, она называлась, по-моему, I Am Alive. Вот мне тоже напоминает все, что я сейчас вижу. Так, может быть, еще разок? Нет? Да, подожди ты. Давай уже до конца идти. 2000. Так. 3000. 103. А почему? Лошади. А ну да, в принципе. Типа, люди по новой начали осваивать, грубо говоря, исторический нарратив и все такое, поэтому. Ой. Что тут за говно? Что тут происходит? Ну, подождите. Что же будет дальше? Дальше мы, наверное, круг сделаем, да, я так понимаю? Или как? Ну, ну, давай, закрывай. Так. О, пошло футуристическое будущее. Ну, быстро мы так с коней пересели на вот это вот все. Здорово, чувак. Что с вами не так со всеми, а? Чего вы все такие дохлые? Мне им что, надо заранее хавки заготовить на 300 лет? Или что, или как это все? Ну-ка. Чё вот эти кнопки дают? То есть, вот я пополнил вот это все по максимуму. Чё надо? Давайте, наверное, сначала, может, начнем. Или давайте еще, знаете, сейчас вот посмотрим, какой будет следующий вот исторический аспект, условно говоря. Вот это. Давай, 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 давай. Ну! А, все, это максимум, ребят. Дальше нельзя. Мы можем максимум теперь только возвращаться в обратном направлении в 2000 год. Ладно, давайте вернемся в 2000 год. А что еще делать? Сейчас вернемся и внимательно посмотрим, что тут да как. А то я не совсем понимаю, что там светится. А, вот эта штука, она светится. Так, смотрите, возраст 2 годика. 2 годика. Хорошо. Берем и...
Накликиваем вот это все говно, наверное, да, или как? Или не накликиваем. Залезаем. Так. Нас замораживает, по-моему, на 350 лет где-то. Или около того. О. Шикарно. Вот, пожалуйста, уже пошли первые кучи говна, как мы можем видеть. Ой, господи. Так, давай. Раз. Есть, отлично. Да, блин, ты что, не можешь убрать, что ли? Вот, отлично, хорошо. А где... А, вон он там трется, да? Окей, нашли, нашли паренька. Теперь здесь быстро уберем говно все, убрали, так. Вот тут тоже убрали, убрали, есть, отлично. Так, и последние говны, или последнее говно, я уж не знаю. Сколько говен еще осталось? Сколько еще у тебя тут говен осталось? Подождите, вот допустим я убрал, да, ну приличное количество говна, не знаю, все не все. Да, вроде как все. Что дальше? Вот что это за кнопка? Так. И чё это за стриптиз? Нафиг мне оно надо? Подожди, давай вот сюда класть. Я-то в Тамагочи в это толком никогда не играл, ребята. Я не знаю правил. Я его только видел со стороны у ребят в детстве. Что за фигня? Чё, нафига тут нажимать? Короче, теперь я его буду опять кормить, да? Я так понимаю. Куда мы денемся? Правильно. Кормить-то, жрать-то что-то надо нашему. А где миска? Вот миска. Отлично, все. Кладем. Ты куда, господи, вот. Потерялся, заблудился уже. Так, давай. Подальше только, подальше. Оп. Так, шарик. Ему интересен какой-то там шарик, да? Ну-ка. Опа! Хорошо, слушай, нехило ты так трескаешь, паренек. Ты прям очень нехило жрешь, надо отметить. У тебя талант к этому. Подошел так, раз, и все пропало. Обалдеть. Так, давай-ка. Оп. Буль-буль-буль-буль. Ну чё, еще разок пожрешь? А, он уже не хочет, все, он наелся. Смотрите. Вот с этого момента начинается какая-то... Вот, ему веселее становится. Глядите, ему там становится веселее, он веселится. Но опять хочет жрать, по-моему, да? Так, подождите. Сейчас, посредине будем веселье качать. Ну-ка, увеличивается? По-моему, нет. Не, ни хрена не увеличивается. А что ж такое-то? Ну, давайте еще раз его покормим. Нам предлагают его еще раз покормить. Чувак, а что ты не жрешь? У тебя же там голод-то. Во, давай, хавай. Странно. Или, может быть, он насрал где-то и надо убирать? Или что? Я что-то не врубаюсь. Подождите. Может, надо к этой скорлупе, кстати, подойти, посмотреть, что с ней? Нет, тут вроде бы ничего такого. Так, здесь меня предлагают обратно цветок. Можно что-то сделать цветок? О! Хорошо, видите, что заскочил сюда. Так, прекрасно. Шикарно, шедеврально. Давай-ка вот так. Опа. Ну да, он хочет жрать, но не жрет. Может быть, он хочет что-то новенького пожрать? Может быть, ему теперь этого недостаточно? Ему надо с чем-то смешать эту дресню непонятную. С водой, например. Ну-ка. Ой. О, зацените. Что-то он глючный какой-то. Малец не понимает сам, чего хочет, по-моему. Давай, оба. Куда-то надо нажимать, наверное, после этого всего, да? 350 лет, чувак. Я офигею. Представляете? Такая вот, казалось бы, маленькая сопелька в возрасте 350 лет. Я должен вырастить какого-то монстра просто. Гигантского, наверное, да? Может быть, шваброй как-то? Хочешь повеселиться шваброй? Тебе весело, когда тебе шваброй в хлебало тычут? Что-то не очень. Ну, понимаете, даже кубики не подбираются. То есть, а как я его веселить-то должен? Ну-ка, слышь, качаться будем? Кататься на качельке будем? Нет? Может, его надо жратвой чисто привлекать? Давайте я попробую его именно едой привлекать к каким-то вот интересным вот таким моментам. Вот сейчас положим жратву, например, на песочницу, да? Вот он подошел. Сейчас будет, наверное, песочница копаться, нет? Что это? О, погоди, а ну давай-ка покачаемся с тобой. Так. Ч
Что-то я с ним, наверное, не покачаюсь особо, мне кажется, да? Как тут? Веселье не прибавляется. А чего оно начало прибавляться? Чего прибавилось веселье в первый раз? Мне кто-то объяснит? Вот сюда давай поставим. Вот сюда. Слышь? Ты что, дурак, что ли? Я не понимаю. Чего он хочет-то? Он... Кстати, он вот к этому тянул. А, вот же! Ну-ка. Давай, оп. Блин. Нашел я наконец-то, слушайте. Да, он тянулся к этому шарику в самом начале, я помню. Так, ну че, окей. Ему весело от этого, нет? Хоть немножко. О, все, он вообще, он доволен просто жизнью. Ну хорошо, а что дальше-то? Дальше я что могу сделать? Дальше я могу вот... Опять-таки, только исключительно дать ему жратвы еще. Ну про запас, типа. Можно его, знаете что? Можно его вместе со мной заморозить в камере, наверное. Да? А ну иди сюда. Слышь, мелкий, давай. Погнали. Оп. Залезешь туда? Или, знаете, только его заморозить, например, в камере, а себя не заморозить. Не, я сдохну тогда. Так не пойдет. А ну, иди сюда. Сюда иди. Чувак, давай. Опа. Ну-ка. Блин. Слушайте, что ж это такое? А ну он же умрет у меня, наверное. Давайте еды приготовим заранее. Просто, может быть, если я заготовлю заранее мисочку со жратвой, он растянет ее на 350 лет. И будет ему весело, и будет ему зашибить. А где она, кстати? Во, да, точно. А, ну все, я, в принципе, ее приготовил уже. Я просто положу. Вот смотрите, миску со жратвой положу. Говна никакого нигде нет, он веселится, да? То есть всего по максимуму. Попробуем. Если всего по максимуму, то что будет, когда мы... Так, о, уже смотрите, все, пошла разруха. Пошел апокалипсис. 600, 700. Ой, ты, блин, посмотрите, какие мы большие, а. Подрос, малыш, подрос, так, хорошо, ладно. Я понял. Сейчас повторим. Сейчас все повторим, сейчас быстренько, вот так, давай, оба. Сейчас нажрешься у меня, маленький мой. И сюда, иди сюда, тебе... Папа Декарт тебе приготовил. Так, давай-ка. Заранее еще уберем за ним, что он тут. Он, кстати, знаете, за 350 лет он не так уж и много насрал. Всего лишь 5 раз. Это, в принципе, адекватно вполне. Или сколько там? Может, уже больше? Так, оп. Опа. Хорошо. Отлично. Опа! Есть, красота. Так, ну что тебе? Еще пожрать, наверное, надо, да? А то это что-то, это было вообще... Ты уже у нас большой, правильно? Здоровый такой. Тебе надо хорошенечко уже дать прям, нажраться как следует, прям отпуск. Да, иди сюда. О, приятного аппетита. Если ты, конечно, еще хочешь. А он, наверное, уже и не хочет. Уже, наверное, все. Стало только говно убрать. Мне только интересно, почему он умер от того, что не развлекался тогда в прошлый раз? Это как-то странно. То есть я его накормил, все сделал, только он недоразвлекался и сдох. Это как-то удивительно немного. Ну ничего, сейчас он у меня будет жив. Давай-ка, оп, все убрали. Еще чуть-чуть говна, еще чуть-чуть жратвы. Вот говно. Все, это последнее было говно. Теперь давай-ка жратвы. Жратвы дадим. Дадим покушать моему маленькому. Так, а потом надо будет с ним развлекаться. Что, опять мяч будем с тобой кидать, что ли? Чувак, у тебя как-то развлечения не меняются со временем? Вот, все, приятного аппетита. Так, развлечения пошли, да? Где мячик? Где мячик? А куда это он тычется? Может, там мячик? А, ну, подождите. Там что-то красное, по-моему, реально. Нет? Или мне кажется? Вот что-то промелькнуло. Красное, видите, что-то? Блин, он, походу, реально у него мяч там. Или я ничего не понимаю, или у него там мяч. Ну, или что это такое краснело иначе? А если у него там мяч, то как же мы развлекаться-то будем? Получается, надо его выманить? Да что ж ты будешь делать, а? Он его забагал. Маленький говнюк взял и баг с мечом умудрился устроить в этой, в стенке. Это плохо. Это очень печально, на самом деле. Сейчас мы его отвадим оттуда. Давай-ка. Так, смотрите, набрали жратвы. Сейчас постараемся привлечь его внимание. Эй, ау. Смотри, что у меня есть. Вот, хорошо. Да, мячик есть, отлично, все получилось. Берем. И давай, начинаем играться. Играемся мячиком, чувак. Ну же. Так, ему веселее становится. Ну-ка, смотрим. Так, окей. О, смотрите, сколько веселья пошло. Только мяч опять в этот ссаный угол, короче, кидает. Давай,
Бум! На! Еще не все, да, еще не максимум. Так, давай, давай, веселимся, веселимся. Мячик, веселый мячик, это же прекрасно. Да что ж ты будешь делать, а? По-моему, это уже не работает. Мячика уже недостаточно. Он уже хочет, наверное, не знаю, играть в доту или что-нибудь в этом роде. У него теперь новые развлечения на уме. Все ему весело. Ему хорошо. Ему хорошо, все, давайте, понеслась. Так, отлично. Ого, сразу сколько говна-то появилось. Ну что у нас на этот раз будет? Тысяча... Какой-то там... Оба. Уточка. Уточка ходит, по-моему. Ну-ка, давай-ка. Раз, два. Споласкиваем. Так, ну, начать надо с чего? Начать надо с того, чтобы убрать всю вот эту срань, понимаете? Потому что без этого никак. Так же невозможно совершенно же так существовать-то в таком бардаке. Верно ведь? Верно ведь? Слушайте, а что ж там в финале-то меня должно убить, мне интересно. Так, все, по-моему. Ой, ёлки, ты чё, ты не дохрена ли срёшь, а? Ты не дохрена ли, падла мелкая, срёшь? Это уже перебор, на самом деле, я тебе должен сказать. Так, давай-ка еще вот. Вот это тоже, вот это тоже. Ну, наверное, теперь-то уже конец, нет? Уже, может, хватит. Где миска? Сожрать. Вы представляете, даже за горкой умудрилось оно насрать. Вот это я просто, это же невозможно, а то в конце концов, ну. Ну сколько ж будем мы через это проходить? Чик-чик-чирик, блин. Чик-чик-сирун, а? Ты Ай ты, я не могу просто. Ну ладно, давайте вначале его кормить, а потом уже будем разбираться со всем остальным. Так, все, берем вот эту красоту. Сейчас дадим пожрать, потом то говно тоже уберем. Все успеем, все будет хорошо. Давай, оп. Так. Насерили, накакили. Где ты? Где ты, паренек? Друг мой, дружочек. Ням, приятного. О, господи. А вот оно, да? Миска-то вот. Ага, есть, взяли. Сейчас, подожди, сейчас еще тебе дам. Сейчас еще тебе дам. Пожалуйста, меня только пока не клюй. Хотя нет, клюй, но только так, чтобы убить. Чтобы наверняка, знаешь. Окей. Напоминает игру Duck Life, я когда-то играл на канале. Так. Я тоже там утенка кормил частенько. Так, окей. Все, проходим. Сюда. Отлично. Прекрасно. Он еще хочет жрать или нет? Я не знаю. На всякий случай вот кину ему. Теперь вот это тоже на всякий случай уберу. Да? Так, смотрите. Опа. Все, есть. Все, всего по максимуму, ребята. Так, давайте вытираем швабру. Отлично. Мячик, иди сюда. Сейчас будем в мячик играть с тобой. Мы давно с тобой не играли в мячик. Ты тут за 350 лет, наверное, затрахался уже от скуки, да? Без меня. Совершенно просто. Ходить, жрать одно и то же говно какое-то, которое льется там. Так, давай. Оп. О, слушайте, какой прожорливый, а? Ты посмотри. Играл, потом решил пожрать прям. Ну, веселая жизнь у паренька, на самом деле. Хотя бы, знаешь, тебе там на работу куда-то ходить не надо. И то радует. Уже неплохо. По-моему, все на этом, да, наверное? Я думаю, он повеселился на славу просто. Это... Слушай, ты что-то становишься привередливым совсем, а? Слышь, чик-чирик, друг мой. Друг мой чик-чирик. Это ни в какие ворота не лезет вообще-то. Бум. 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 Ну-ка. Оу. Так. Ну, на голову опускается. Пойдем-ка с тобой, наверное, туда. Чтоб можно было нормально толком следить вообще. Как мы через все это дело проходим. О, видишь, уже нам весело практически, да? Ну-ка на, кати, качу тебе шарик, вот давай. Так, вот смотрите, играется с шариком. Весело, да, получается. Но вот я не понимаю, за счет чего конкретно повышается этот параметр? Вот как это происходит? Такой умный, что мозги наружу лезут, аж вы посмотрите. Идеально. Я такое специально захочешь, не повторишь никогда. Все, отлично, все готово, давай. Ну же. А вот сейчас вот, наверное, уже будет последний. Вот это уже, мне кажется, последний, короче, этап. Фух, ребята, походу мы сдохнем. Походу пришло время сдохнуть. Сейчас там такое говно, наверное. Это что? Это что, блин? Ты кто, чего? Цыпа. Ой-ой-ой. Ну, наверное, надо подходить. Да, подождите, я даже не хочу, чтобы это... Я не хочу, чтобы это заканчивалось, ей-богу.
Мне нужно возраст вопросительные знаки, да? Мне нужно опять убирать говно, слушайте, он сильно дохрена насрал. Давай, склевывай меня, наверное, чувак. Я готов. Я готов отдаться смерти в объятия. Да ну серьезно, что ли? Блин. Подождите. Почему? А что делать? А что делать-то? У него желудок, конечно, там работает нехило. Вы слышите эти звуки, да? Чувак! Ты весь в говне тут! Ты понимаешь это или нет? Блин, слушай, ну ты нажрался тут, видать, а? Вот это подрос, малыш. Вот это, малыш, подрос. Слушай, это ж где? Это ж как, в какой же детский садик-то я тебе отдам? Господи, ты ж сожрешь там всех, воспитательницу сожрешь, всех на свете. Это ж кобздец какой-то. Так, ну, может быть, говна ему скормить? Не, я правда не понимаю, а что делать-то? Что нужно делать-то? Подождите. Не понимаю. Назад в 2000-й возвращаться, я думаю, точно не нужно. Это был бы глупый поступок. Ну, может, говно убрать, действительно. Попробуем. Не знаю, есть ли смысл этим заниматься. Я попытаюсь, конечно. Чё-то у него там это... А, слушайте, а вы знаете что? Может быть, надо поклацать теперь вот здесь. Так. Так. На тебе как-то это все отразилось, нет? Товарищ. Нихера себе, однако. Тушка такая вымахала нехилая. Ну, подождите. Может быть, мячик? Слушайте, точно. Наверное, надо взять мячик, и как-то он будет со мной играть и меня убьет таким образом. Я придумал. Точно. Говно убирать смысла нет. А где мячик? Куда он его дел? Куда это маленькое говно дело мячик? Так, стоп, давай-ка. А, вот мяч. Все, я нашел. Я нашел мячик. Отлично. Там я дверь открыл, но там ничего не будет. Слышь, поиграемся, а? Эй, алло. Чувак. О, вот это, да, это сработало. Склевал просто подчистую. Ну что ж, не так уж плохо вышло. Окей, мы сожраны, нас захавали, и это прекрасно, я считаю. А это что, последний уровень уже будет? Потому что кафе закончилось, я смотрю. Тут только мороженое. Ну ладно, окей, хорошо, вот. Смотрите, какая-то пальмочка, это ждет нас уже в следующей серии. Тут, я считаю, мы с цыпленочком с нашим мы разобрались. Это хорошо, на этом можно закончить. Продолжим в следующий раз. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.